Йей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Максим. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Ребята, все любят вопрос, когда мы спрашиваем, как зовут аниматроника. Так что напишите в комментариях, как зовут этого аниматроника, и кто напишет правильный и первый, тот попадет в начале ролика в комментариях. Ребята, сегодня мы решили поиграть в Гаррис Мод VR и будем проходить очень страшную карту по FNAF. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Хотели мы сначала начать первую ночь, мы знаем, что она очень простая, поэтому будем сразу со второй. Если мы сейчас пройдем вторую, то запустим третью. Так, где этот телефон вонючий? Так, идемте посмотрим, что здесь вообще происходит. Потому что на этой карте можно походить. Так, Фокси у нас закрыт. Идемте посмотрим, как Фокси здесь выглядит. Офигенно. Он очень стрёмный. Плохо, что так нельзя ткань раздвинуть, чтобы посмотреть. О, давай. Смотри, кто пошел. Так, тихо. Толпаки впрочь. Пацаны, будьте внимательны. А, он не к нам идет. Он идет. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Ты его закрыл там? Да. Ну я-то не помню, они будут открывать дверь или нет? Вроде бы открывают они. О, Чика пошла. Смотрите, как она прикольно ходит. Так, что я могу здесь брать? Это не могу. Стол. Стол тоже не могу. Но эта карта очень классная. Смотрите, как она смотрит. Прям на меня смотрит. А нет. На Санька смотрит. Так, Чика идет. Она, интересно, она ко мне идет? Так, давайте попробуем сюда. Вы же помните, что если они зайдут в офис, то мы сольемся. А где Чика? Она ж тут сюда пошла? А, вот она. Пошла какать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, боюсь. О, Максим, Санек. Да. О, зарплата. Зарплата, пацаны, держи. О, а ну подойди ко мне, я тебе на голову положу. Они куда-то улетели, у тебя голова мягкая очень. А ты какая башка у тебя. Гусанёчек, это тебе. О, на. Так, потихонечку идем, не спеша. Уже такие звуки стрёмные. Все, давайте реально будем проходить, потому что я хочу сегодня затащить эту ночь. Я могу шкафы брать? Шкаф не могу брать. Так, он стоит там? Да. Тихо, этот брейк лобает, ты брейк-дансер. Идет, идет. А, все, не идет. Будьте внимательны, пацаны. Так, а ну подожди, это с левой стороны. О, кто-то стоял здесь. Вот он стоит. А где он стоит? Он там, получается, в этой комнате дурацкой стоит. В кладовке. Я понял. Очень атмосферная карта. Мне она нравится. Круто сделано. А он, ну, не зайдет. Проверим. Двери работают. 2 часа ночи. Есть. На всякий случай, пацаны, не будем рисковать. Так, где он там ходит? Вот он, за углом. А ну-ка. Можешь открыть. Он за углом, можешь открыть. Так, пацаны, пока там гуляют, я попью вашу водичку. Моя вода. Эй, ну тут на дне, тут еще есть на дне немножко. Оставить вам? Да. Фу, кстати, я могу вам добавить воды, хотите? Нет, сейчас. Нет, только нет. Все, пацаны, здесь теперь больше половины. Так, ой-ой-ой, что это сейчас было? Потихонечку идет, а мы идем брать швабру. Пацаны, меня на полставки устроили, короче. Эй, ты, уборщик. Так, не мешай меня, я здесь заметаю. Эй, слышь ты, уйди. Пацаны, заметаем, потому что очень грязно. Видите, тут все разбросано, какие-то конфетти валяются. Так, 3 часа ночи, больше половины энергии. Максим, ты водишь водичку? Ой, а что ты, по-моему, упала. С ней делал? А вот. Ну, я же хотел тебе дать специально попить классную воду. О, воблище лежит. О, Чика идет. А где Чика? С правой стороны? Справа. Так, да, давайте стоит. Посмотрим. Так, да, стоит. Блин, ты меня испугал. Ё-моё, так же сердце встать может. Кстати, она может резко пойти назад. Ты помнишь эту фишку? Нет. Ух, сынок, на тебя вся надежда. Очень медленно ходят. Ну, потому что это слабая ночь. Так, Чика уже ближе. Онька стоит. Кстати, интересно, вот эту гитару можно украсть? Ребята, сейчас мы попробуем. Фокси шерму открыл. Что? Смотрите. Фокси сейчас побежит. Гусанёк, готовься.
Скажите, когда бежит. Я скажу, я за ним слежу. Так, ребята, не сводим с Фокси глаз. Это очень хитрый жук. Он сейчас может так сделать, что мы сольемся. Так, и надо смотреть же, что еще... Чика не пошла. Так, она там, с этой стороны. Так, наблюдаем за Фокси. Что это за звук был, пацаны? Это гром. Понька идет. Из этого мигающего света у меня сейчас этот... Эпилепсия возьмет. Мы прошли эту ночь? Да. Мы молодцы, пацаны. Мы красавчики. Йоу. Ребята, третья ночь. Надеюсь, мы сейчас сможем ее пройти, но я знаю, что будет очень сложно. Давайте посмотрим, как они себя будут оживать. Это же круто. Ну, сейчас они должны побыстрее быть и пошустрее, потому что вторая ночь, знаете, как разогревочка была. Так. Опа. Иди сюда. Тебе очень идет, давай. Да блин, что у тебя голова как пружина вонючая? Так, пацаны. Мне уже показалось, что он начал шевелиться. Нет, никого нету. Тихо. Чика пошла. Так. Напишите в комментариях, сможем мы пройти третью ночь или нет. Все, пацаны, идемте кушать. Так это же деревянная пицца. Ну, в принципе, что заслужили, такая есть. Прикольно. А что это зеленое? Это огурчики, типа, да? Или это... А если я ее брошу, она и телепортируется назад? О, нет. Давай я ее возьму, стоп. Эти, а, есть. На, кусай. Так. На, тебе тоже деревянную пиццу есть. А я не буду ее есть, потому что я дерево не ем. Ну-ка. О, отлично, классно сделано. Помните этот прикол, пацаны? А, это не на этой карте. Опа, энергия тратится. Стоп, надо отойти назад. А что энергия тратится на одну больше? Свет включен где-то? Да. А, да. О, все. А, да, блин, я же испугался. Нам же надо затащить. Паутина здесь очень все так грязно сделано. Фокси сейчас будет бежать, пацаны, готовьтесь. Я вам скажу, когда закрывать. Так, она опять в туалете. Так, куда она идет? А, она сюда идет, тихо, стопе. Очень аккуратно, очень. Давайте со спины лучше встанем. Так, Чика идет жрать нашу еду. Фокси сейчас будет бежать, пацаны, он уже вышел. Закрывайте, наверное, сейчас, подождите. Левую дверь, наверное, закрывайте сразу. А она по холодильнику бьет рукой, дурочка. Ты видишь, что Фокси делает? Блин, ребята, эта ночь прям жестче, намного. Так, будьте внимательны. Фокси стоит. Офигенный Фоксюшки. Он убьет меня, если я подойду? Как ты думаешь? Не знаю. А если я проиграю, ночь у нас будет слита считаться? Отойди! Отойди, гусанек! Как оно тебя не убило? Фокси побежал! Закрывай двери! Ну, пацаны! Ну, я знал, что мы не пройдем! Почему никто в офисе не было? Вот. Попытка номер два. Там? Вкусный? Да. Ну, конечно, пластик есть. Это нормальная тема. Подожди, я уже слышу, тут аниматроник идет. Кстати, вы знаете, ребята, что на этой карте они рандомно ходят? У них нет скрипта. Всегда по-разному. Да. Внимательно смотрим. Вот Чика пошла. Давай, давай, выплясывай. Надо за Фокси следить, они выплясывают. Ну дай камеру на Фокси включу, танцюрист. Он пока просто высунулся и все. Но все равно, это уже знак того, что он может побежать. Вот он. Все, ребята, следим за Фокси. Так, пока мне все нормально. Тут капец, кто-то мусор понабросал, вот свиньи. Так это ж ты. В смысле? Что на всем месте верется? О! Ой. Классно, можно предметы брать, это так офигенно сделано. Слышь ты, вентилятор. Камера не работает. За Фокси надо следить. Давайте я стану с этой стороны, буду следить за Фокси. Там Чика куда-то ушла. Но она жрет нашу еду, понимаешь? Это обжора вонючая. Какой красавчик стоит, но еще не бежит.
Сейчас секунд 10, он должен побежать. Я помню, как он в тот раз сделал. Он такой большой и очень подёртый. Смотрите, как он выглядит. Вообще стрёмно. Чика идет. Очень напряженный момент. Это тот момент, когда мы можем сейчас слиться. Фокси бежит. Нет, он стоит. Я внимательно смотрю, я с него глаз не свожу. А ну, Максим, отойди от камеры, а то тратишь энергию. Бежит, бежит, пацаны, закрывайте, быстрей! Молодцы, молодцы. Уважуха. Так, и назад вернулся. Фух, это был очень момент такой напряженный, потому что не хотелось бы слиться. Так, половина ночи пройдена, и это очень хорошо, пацаны. Мы сейчас хорошо играем. Блин, как же это напряженно. Так, Чика стоит. Ребята, если вы хотите, чтобы мы запустили в VR пятую ночь, то будет очень сложно. Ну, напишите в комментариях, мы хотим пятую ночь. И мы запустим обязательно. Она не убьет так? Нет. Помните, в тот раз она резко подходила и убивала нас? Лучше закрой. Энергии хватает нам. Все, она ушла, можно открывать. А нет, стоит, не открывай. Это сейчас бы она убила, да, вот этот звук? Да. Ах, какая жопа хитрая, ребята, мы и так не ведемся на эту фигню. А, меньше половины энергии. И 3 часа ночи, нам не хватит энергии. Все, открывай, открывай. Все, они фух, ушли. Слава богу. Блин, а энергии мало, нам сейчас вообще ни камеры, ничего не включаем, пацаны, вообще не подходим до камер. Мы сейчас должны очень жестко играть. Давайте, наверное, я сейчас пойду посмотрю за Фокси, что там Фокси делает. Так, слава богу, они с этой стороны все ушли. Так, хорошо, что он стоит. 4 часа. 4, блин, ребята, будет очень обидно, если мы сольемся в самый последний момент. Я расстроюсь. Блин, какая же страшная эта часть по ФНАФу. Так, Чика пошла в ту сторону, на левую часть карты. Так, камеры мы не включаем, ничего не делаем, ждем, пока Фредди подойдет ближе, тогда, наверное, будем закрывать двери. Ну, пока месяц он стоит, это хорошо. Уйдет, идет еще ближе. Так. Давайте я встану, наверное, как-то вот тут в уголочку. И буду смотреть, как он идет. Стой, стой, стой. Наверное, открой еще. Он не убивает так. Ну потом. Высунек, ты не помнишь, убивает он, когда он так стоит сдалека, не? Так, Чика идет. Блин, ребята, это очень страшно. Не закрывай, он не зайдет. Где от камеры? Внимательно смотрим, давайте его рассмотрим. Фокси бежит! Или нет? Нет, он не бежит. Блин, как они сквозь друг друга прошли? Что это бред? Так, Чика идет. Фокси бежит, Фокси, закрой! Фокси. Молодец, ребята, блин, они нас жестко атакуют. Все, открывай. Чтоб энергии хватило. Сколько у нас там энергии? 5 часов и 2 палочки, ребята. Давайте лайкоси. Каждый лайк приближает нас к выигрышу этой ночи. Чем больше лайков, тем больше шансов, что мы сейчас затащим. Но очень очково, очень. Я хочу выиграть. Так, Чика. Так. Открывай. Нет, не открывай, не открывай, не открывай. Вот звук как раз, когда она убивает нас. Блин, она сейчас так долго будет стоять, и у нас энергии может всю сожрать. Кстати, Фокси, да, прибегает же, забирает энергию еще кусок? Да. Ах ты тварь какой, а. Так, ну что, я сейчас чувствую, будет конец ночи, надо выходить, мы сейчас затащим. Ура! Опять Фредди идет, вы чего? Аниматроники, вы что, сговорились? Я так прикольно здесь за шкафчиком стою, немножко стрёмно. Так. Сколько у нас там, 1 палочка? Да. Блин, ну сейчас должно хватить, по идее, нам времени. Так, стоит. Отлично, так. Чика ушла. Фредди стоит. Какой же он гигантский и стрёмный, а? Так, а зачем вы закрыли? Не может напасть. Ты думаешь? Да. А если сейчас энергия у нас кончится? Не кончится. Ребята, мы прошли. Блин, как же это было стрёмно. Я боюсь этот ФНАФ. И именно эту карту я очень боюсь. Она стрёмная. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!